Перестрелка в Нью-Йорке унесла жизни двоих людей. Огонь открыли прямо во время ежегодного парада Жуве, который проходит в Бруклине. Вообще произошло целых 3 инцидента. Одного мужчину убили выстрелом в грудь. Кроме того, пострадали еще 2 женщины, которые стояли чуть рядом. Ну а уже позже, в другой части улицы, тоже раздались выстрелы. Там погибла женщина. Ну а третий случай уже с применением холодного оружия. Никто, к счастью, не погиб, но неизвестные ранили мужчину ножом. Вот такой вот карнавал выдался в Бруклине. Полицейские пока никого не арестовали.